Сегодня, как вы заметили, Александр Николаевич делал отступление в сторону возрастных изменений. Неспроста, потому что в первом мастер-классе, который у нас был по этой теме, этих штук не обсуждалось. Вот мы решили их в этот раз дополнить. Вот, поэтому в практической части тоже наступили некоторые изменения, и вот они. Вам нужно будет сейчас по воображению нарисовать любыми подручными средствами, удобными вам. Тут я не буду настаивать ни на каком конкретном материале. Тут, правда, вам нужна будет некоторая детализация, поэтому, скорее всего, это будет что-то типа карандаша, ручки, тонкого фломастера, тонкой кисти, не знаю, ну, что у вас там с собой есть из удобного. Вот. По где-то 15 минут на каждое существо у нас будет два существа по воображению. Первое существо вам нужно будет изобразить подозрительного желчного старика в кепке. Все эти условия надо выполнить. Подозрительного желчного старика в кепке. В кепке, да. Вот. Что? В кепке. В кепке, да. В кепке, но это было бы слишком. Для этого вам требуется сначала представить себе это существо из комы. Себе, какие мимические возрастные изменения повлекло бы за собой то, что я о нем, характеристику, какую я о нем сказал. Вот, и потом выбрать для этого правильный, действительно выразительный ракурс. То есть тут от ракурса еще очень много зависит. То есть тут немножечко такое иллюстративное задание, когда, изобразив искомое существо непосредственно в фас, ну как на паспорт вы фотографируетесь, вы можете многое потерять в характере. Поэтому вы сначала подумайте, а как этот человек может смотреть, откуда лучше на него взглянуть вам как автору, вот, с какого там сверху, снизу вы на него смотрите. Вот, можете сначала чуть-чуть там в маленьком формате почеркать какие-то именно наброски, вот, но помните, что у вас всего 15 минут на это. То есть вы постарайтесь как можно быстрее перейти к большому листу на А4 и исполнить его так, чтобы это было действительно вот. Вы можете не отрисовывать там форму, то есть мне не столько нужно здесь ваши умения академические, ваши умения в штриховке. Мне прежде всего хочется, чтобы это было вот попадание в образ, попадание в те характеристики человека, которого я сейчас вам указал. Вопросы есть? Ну, то, что он старый, и так понятно, потому что он старик. Он подозрительный, желчный и в кепке. На самом деле это все очень просто, потому что я вам просто назвал все такие характеристики, которые, ну, ярче всего отражаются на лице. И, ну, почему сложно рисовать, например, там юных барышень? Потому что у них очень мало на лице рельефа, и как только вы пытаетесь нарисовать какие-то там носогубные складочки или какие-нибудь ямочки там на подбородке, сразу вы прибавляете возраста. Здесь можно оторваться по полной. То есть здесь никакие ваши складки, никакие обвислости или припухлости вам не испортят картину, а только наоборот добавят выразительности. Думаю, все-таки про затылок. Так, сейчас голова вот в этой части не относится никак вот к этой. То есть, если вот такое лицо, то вот здесь закончится кепка, и вот здесь закончится затылок. Ну, естественно, челюсти будет больше, шеи будет больше, или надо голову все, лицо все уменьшать. Старайтесь нарисовать сначала габариты головы. То есть вот лицо само по себе, разумеется, в нашем случае, это главное действующее лицо. То есть вот прям то, ради чего, скажем так. Но без границ, там, где у нас будет темя, где будет затылок, где примерно будет ухо, где будет шея, это можно легенько наметить, чтобы потом встраивать туда лицо. Потому что сейчас вы нарисуете вот эту штуку плоско, а потом у вас лицо будет как бы распластано, вот так вот развернуто, оно не будет лежать на конкретном объеме головы. Это довольно опасная ситуация. Ну и помните про ракурс, то, что я говорил. Выбрать тот ракурс, который будет наиболее выразительным для вас персонажа. Гротеск должен быть все-таки несколько более умерен. То есть это, если гротеск доходит до такой степени, что уже непонятно, человек герой какой-то сказки, выдуманный совсем герой, то тут уже
не совсем понятно, выполнено ли задание. Вот я о чем. То есть нос может быть действительно гипертрофированным, большим, многочастным и узловатым, вот, но он вряд ли может быть в 4-5 раз больше натура. Хорош. Да. Можно чуть подетальнее. Не очень старый, да. Именно поэтому я сейчас предлагаю детализировать немного. То есть сейчас то, что здесь нарисовано, это скорее конспект изменений. Не форма этих изменений, не реальные эти изменения, а скорее показ мест, в которых что-то происходит. То есть глазки есть, глазки с прищуром, это, до этого договорились, носогубные складки выражены, под подбородком складочки, правда, они там будут только это здесь шея, такие, а на шее складки будут провисать вот так вот вертикально, там такие вот у пожилых людей висят такие две штуки, как борозды, то есть там по рельефу будет так, так и снова вот так. Если вы там видели каких-нибудь пожилых совсем старушек, там лет по 80, по 90, такие у них две штуки такие висят здесь, когда шея, кожа шеи провисает. Смотрите, ну, например, ухо. Сейчас это пока не ухо реального человека, это скорее просто обозначение места уха. Ухо надо повернуть, чтобы оно от головы торчало куда-то в сторону. Нужно провести от этого уха потом челюсть вниз, показать, где челюсть закончилась. Показать, что там шея, над шеей висят сначала складочки. Вот. То есть вы сначала обозначаете габариты тех форм, которые вы рисуете, а потом связываете их складками. Сейчас как бы показаны даже не габариты форм, а просто ну, вот, ну, тут мог бы быть нос, а тут могло бы быть ухо. Он скорее, знаете, такой получился сонный немного. То есть желчность, она проявляется ну, в таком в поднятии этих, вернее, в поднятии, в выпускании уголков, да? В складочке вот здесь вот, под губой, вот, и в прищуривании глаз. Вот, а сейчас глазки не то, что вы прищурены, а просто, ну, скорее, какие-то заплывшие, поэтому выглядит немножко сонным. Вот, глазки сделать можно еще уже, и я не зря говорил про выбор ракурса и выбор взгляда, потому что он может смотреть либо куда-то, как здесь, почему тут он сразу живет, потому что он смотрит куда-то в сторону и явно смотрит скрыто. То есть он смотрит, ну, то, что называется косяка давит, да, там, смотрит за кем-то, приглядывает. А тут он может смотреть прямо на зрителя, и мы можем чувствовать его взгляд на себя. Ну, а что, да. Вот, это может быть гораздо более выразительно, нежели он просто сонно куда-то смотрит. Вот, и он может смотреть из-под кепки, почему еще кепку дал. То есть кепка – это как дополнительный вариант вашего воздействия на этот персонаж. Вы можете им перекрыть немножечко взгляд, он может смотреть прямо из-под этой кепки, как из-под карниза. Скорее надменный пряж. Он, ну, немножко желчи в нем есть, но он скорее надменный, он скорее грузин, чем старик. То есть его надо состарить. Вот сейчас вот это место никак не говорит о возрасте. Вот это место мало говорит о возрасте, нос не говорит о возрасте. Кепка не лежит на голове. То есть кепку надо еще на голову посадить. Для этого нужен затылок. И вот я красный. Очень-очень хороший. Это мне очень нравится. Я бы даже не стал здесь ничего менять. Тут можно как бы еще добавить деталек, но при добавлении деталек можно потерять вот эту вот графическую четкость и ясность, которая сейчас здесь пока есть, пока все еще есть. Но тут ее нет, тут все развалилось. А тут она как-то вот появилась. Мне здесь очень нравится, что штрихи где-то собираются в кучку, как вот здесь на волосах и на ухе, потом опять рассредотачиваются, опять собрались в кучку на глазу, опять пустота. Какие-то легкие точки, потом опять собрались на носу, снова собрались. То есть такие получаются узлы в рисунке. Сейчас можно подумать, где еще этот узел добавить. Может быть, складки на кепке, потому что кепка старая, где-то там сверху какие-то помятости. Может быть, какую-то надпись на кепке. Ну, что-нибудь я мелкое, подумала. Что-нибудь меленькое. Делать что-то с пластика я бы не стал, потому что он очень индивидуален сейчас. Он очень хороший. Прям здорово. Вот эти вот ребята, они скорее какие-то понурые. У этого жизни во взгляде больше, но он скорее, знаете, такой неодобрительно гневный. То есть желчность, она же так, это же такое скрытое качество.
То есть это не открытый какой-то конфликт, это потаенное что-то и потом подспудно высказанное, так еле-еле. Вот поэтому тут скорее глаза должны быть не бешеные, открытые, как вот здесь, видите, прям такой целиком открытый зрачок, это сразу какая-то либо агрессия, либо резкое удивление, либо восторг, ну, любое сильное чувство. А подспудное чувство всегда дает сужение глаза. Вот поэтому прищур или взгляд не прямо, а наискось. Вот почему вот здесь это работает, видите, он косяка как бы дает. Этот глаз чуть более прищурен, а чуть менее прищурен, но в целом смотрит сбоку и немножко с прищуром, поэтому явно что-то задумал. Вот. Этот пока не видно, что он задумал, скорее он готов как-то решительно действовать. Подумайте об этом. Да. Вот, правда, только кепка отделяет нас от ощущения того, что это бабушка. То есть он сейчас такой получился немножко женственный. Вот, а знаете, что можно сделать для того, чтобы это был больше дяденька? В мужской мимике, в мужском лице, все-таки морщин больше по числу, поэтому можно для обезопашивания себя от женской вот этой вот головы, можно попробовать сделать просто чуть больше деталей. То есть какие-то нависающие складочки над глазами, какие-то побольше выразительных складок. Ну, скажем так, можно просто дополнить то, что есть. То есть я не предлагаю добавлять ничего в пустые места, где ничего нет, просто добавить, допустим, около глаза что-то, еще кружочек здесь. Здесь там чуть-чуть отделить рельеф, ну, даже не бородочек, скорее рельеф носа, что нос, раз он здесь изогнулся, скорее всего, вот эта часть чуть-чуть ближе, чем та. Можно ее немного отделить, складочку по профилю добавить. Просто чуть сделать это выразительно, тогда не будет точно ощущения тетеньки. Вот, это, кстати, неплохо. Совсем неплохо. Тут непонятен взгляд вот этого глаза, он так шумный. Вот его можно попробовать повторить. Вот сейчас, если время хоть чуть-чуть останется. Сколько у нас тут времени? Время еще есть чуть-чуть, минут 5. Смешно, его не совсем. Ну, сейчас. А покажите, пожалуйста, чуть подольше вот этого. Он подозрительный, но не желчный. Но он хороший все равно. Да, он мил мне, чисто деревенский дяденька. Ему можно еще беломор всунуть в зубы. Вот такой. Вот предыдущего можно? Вот этот очень хороший. Очень хороший. Нижняя часть вообще прекрасная. Ухо очень. Вот я когда говорил про выбор ракурса, почему-то ракурсом воспользовались и кепкой. Кепка тоже важный элемент. Кепкой почти никто не пользуется. Вот, этот просто злой. Нет, хороший, да. Этот прям явно подозрительный. Желчный, не желчный, еще не очень понятно, но очень подозрительный. Да, отлично, отлично. Ну, уже прям унылый. Он совсем не желчный. Еще и майка СССР растянута. Ну, как бы он хороший, сам по себе, то видно, что дядька отличный. Вот, ну, немножко бесхарактерный. Вот, а задача-то сделать его именно таким вот поганеньким немножечко. Вот, чтобы он стал поганеньким, надо чуть-чуть. Ну, я бы сейчас на вашем месте тер глаза и посмотрел, как будет без глаз, а потом добавить новые глаза. У него абсолютно никакие глаза, то есть он никак не смотрит. Алкаш, он не... это не характеристика человека, то есть он просто выпивает. А у него глаза уже все потеряли, человеческие. Нет. Если он желчный, если он подозрительный, значит, он уже не потерял, значит, он еще способен. Так он же должен быть желчный. Если в нижней части мы еще можем оставить вот это все, оно может там еще пригодиться, то верхняя, она абсолютно не от него. Можно чуть больше рельефа и складчатости вот в этих местах, и вот в этих местах. Сейчас такой он как кусок сыра, обрезанный большими такими, плоскостями, немножечко не по-стариковски. У стариков у них много очень маленького рельефа, потому что много впалостей, много выпуклостей, маленький складочек, а тут получается совсем, особенно в этой части, прям ровно-ровно. Можно складки пустить по лбу, можно здесь найти рельеф, то есть если начали рисовать какие-то полтона тут, можно же продолжить тему, рисовать здесь, рисовать складочку на запавших зубах. Здесь рисовать, здесь ярко, куча же всего. Ну, скорее этот, вот этот мне очень нравится. Кепка не села совсем,
на голову, потому что непонятно, где ухо. Вот. А этот, ну, кажется, менее законченным. То есть здесь очень раздельные вот эти вот палочки все. То есть складки, они должны все-таки вести от чего-то к чему-то. Ну, как вот в тряпке, да? Вот я натягиваю тряпку, возникает складка. Вот. Также здесь от носа к челюсти. Здесь от носа к лбу, к черепу тоже. Вот. А здесь они как бы в, ну, как щепки в ручье просто болтаются в безвоздушном пространстве каком-то. Вот. Поэтому их надо хотя бы привести к тем частям, от которых эти складки тянутся. Вот здесь их меньше, но они гораздо больше выражают, потому что здесь они как-то, ну, по каким-то силовым линиям идут, по правильным. Вот это вот раз, S-образно так перетекла красиво. Вот. Эту, я бы сейчас эту бросил, ее можно там дома добить, а здесь обязательно надо делать ухо, хотя бы намекнуть на него, потому что вот эта часть очень выразительная, а ухо непонятно, что там такое, шлем там или что там. Ну, все ему, да, как бы вот такую шапку, шапку. А, это шапка, ну, это, ну, как сказать, не лишает его уха, то есть если у него даже такая шапка, там может быть хотя бы намек на это, на ушную какую-то часть. Можно, да. Ну, просто, мне кажется, если вот этого не было, то вот эта диагональ читалась бы гораздо резче. И для образа, для повторения диагонали носа, она была бы гораздо более полезна, чем эти уши. Хорош. Злобный, прям как черт. Можно было еще чуть-чуть больше сделать акцент на толщину козырька, вот, и положить прямо тут ему тень. Через нос, через скулы, по рельефу лица, и дальше потом скулы, чтобы прям такой нависший. Это прям такой получился желчно-желчный персонаж. И потом, возможно, если будут вот такие полутона, можно будет еще немного полутона в шляпе дать, чтобы там она затылок лепила. Простоват нос. То есть вот самая выразительная часть сейчас – это вот этот поджатый рот. А глаза почти никак с ним не связаны. То есть глаза должны быть, мне кажется, более прищурены и с большим взаимодействием с щеками и с лбом. То есть когда глаз прищуривается, возникают тут складки, и они потом распространяются вверх и вниз. Вот в этих местах, видите, ни здесь, ни здесь ничего не произошло, поэтому взгляд никакой. Вот если прикрыть глаза, это еще можно воспринять выполнением задания. То есть вот эти вот дырочки, поджатые губы, складка под губами, вот эта, которая стариков образуется. Вот эти вот маленькие засечки, очень наблюдательные, хорошие, вот такой. Открываешь глаза, и они, во-первых, смотрят в разные стороны. Так уж получилось. И они никак не связаны с лицом. Да. Очень большое, и надо двигать дальше к затылку. Дальше двигать. Угу. И это задание у нас закончено. Следующий персонаж. Так, сейчас. Следующий персонаж. У нас будет маленькая, очень милая, 6-летняя, удивленная девочка с бантом. Материалы такие же, задачи такие же. С бантом или с бантом? Выбирайте. Он немножко такой добродушный, ну он явно, он как бы недоброе, может быть, и думает, но скорее он печальный. То есть он, видно, что он хороший мужик-то вообще по жизни, вот я к чему. Ну он просто уставший, и что-то вот у него как-то нехорошо, но он выразительный очень. Он не совсем старик, то есть вот эти вот штуки, они ни к чему не привязаны. Сейчас я время засеку, то я все пропущу. Совсем моложавый. То есть если вот эти штуки убрать, это прям будет дядька лет 30. Ну, ничего там такого нет, чтобы сказать, что это прям старикан. То есть тут нужно было нарисовать какую-то схему вообще лица, наверное, ну просто какого-то абстрактного лица, и повернуть его как вам нужно, а потом добавлять прям сразу эти возрастные изменения. Активные вот эти складки, активные провалы вот здесь, если он у вас худенький, активные складки около глаз, активные складки на лбу, если вы ходите за кепкой, там складочки под ухом, обычно провисает немного ухо, здесь мочка уха, и под ним складки к шее идут. Вот складки на шее, запомнили, вот они есть, и очень странно выглядит старая шея при молодом лице. Да, я говорю, что это как раз очень хороший элемент, и он хорошо работает, но он сейчас странен при молодом лице, которое нарисовано. Получилась скорее старушка, но да, желчная весьма. А мне немножко мешает вот эта вот пятновая штука. То есть, если бы была просто вот эта графика, она довольно выразительная и интересная. Ну, такая с
самостоятельно, то есть она не учебная графика, она такая скорее иллюстративная, какая-то или даже мультипликационная. Что-то такое вроде этого Акакевича пожилого. Вот. Ну, что-то в этом, да, хорошее есть. Так, это твое? Знаешь, в чем фигня сейчас? Не работает кепка. То есть тень от нее есть, а кепки самой нет. Если бы ты сделала более выразительный ракурс, если бы ты видел, если на глаза, если бы ты видела изгиб этого козырька, если он есть, может быть, он какой-то помятый, потому что кепка там уже видала виды. Вот. Тогда бы вот это вот продолжение кепки в тени, она была бы гораздо более эффектной. Сейчас это кокошник. То есть она стоит вертикально. Вот. Рельеф сам по себе головы сделан очень активно, и это несколько мешает. Сделано активно все. То есть есть перечисление вот этого, этого, этого. Нарисовано как технически хорошо, но нет ощущения того, что ты, что ты считаешь главным. Да. Ты же мне рассказываешь здесь не просто о том, что ты рисуешь голову человека, ты рассказываешь мне о том, что у тебя вот такой, 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 такой персонаж. Вот. И надо рассказать, что он такой, 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 такой. То есть самое главное. А тут как бы какие-то складочки здесь, брови. Можно было там вообще все сделать на бровях, что кустистые брови и два горящих глаза из-под них. И вот такой вот рот. Это уже было достаточно. А тут начинается уже разговор и о шее, и об ухе, и о челюсти, и о какой-то там бороденке. Вот. То есть много вещей, которые можно было пропустить и оставить время это на разработку там более внимательных, каких-то действительно важных вещей. Сейчас, например, вот этот резкий разрез губ, он никак не вяжется с носогубной складкой. То есть это резко, а это совершенно провалилось. Полное ощущение, что это какая-то палочка, как это, ветка от черешни. Хороший. Хороший. Они у вас получились действительно старые, вот у вас в обоих. Вот, и... Тут он получился чуть более желательный, то есть здесь он скорее, вот тут он героический, тут он уже немножечко желчный, да, а тут он прямо действительно старый желчный. Тут единственное, что не очень замкнулась голова, то есть я вижу большие черты лица, рот и глаза, и они не очень сидят в этой голове. Ну, я не то чтобы ругаюсь на эту тему, просто это мне необходимо заметить, необходимо понимать, что там в нашем задании не обязательно делать прям правильный рисунок. То есть, прямо вот рисунок по качеству лучше, чем это значительно, но в нем нет тех качеств, которые я просил. Поэтому, если человек более простыми графическими средствами выразит то, что я хочу, я буду ему очень благодарен и буду эту работу выделять. Вот. Здесь, мне кажется, достигнут как раз эффект, который я хочу, вот, но не очень связаны они между собой. То есть, не хватает немножко знаний, куда должны действительно пойти эти складки. То есть, лицо чем-то испещрено, а чем конкретно, вот сложно догадаться. Вот, то есть тут вся выразительная мощь вот в этом росте и в горящих глазках. Вот, глазки можно было еще чуть-чуть подсократить, чтобы они там черными углями еще блистали. Похоже на что-нибудь? Похоже на барышню, да. Но вы тут забыли про то, что... Вот Александр Николаевич вначале рассказывал про пропорции головы. Там видно, что очень мало челюсти и очень много лба. То есть на той картинке, где он рисовал 4 круга, дюреловская схема, там лба даже... чуть меньше получается, чем реально у маленьких детей. То есть там 6 лет, все-таки это уже довольно взрослый человек, там он рисовал себе маленького. Поэтому, конечно, там не такое чудовищное соотношение лба и челюсти, как у новорожденного или там 4-месячного. А тут все-таки человек еще маленький, но совсем все сплющилось. Да, большие глаза, да, маленькая челюсть, да, вот эти пухлые щеки, а голова-то где? А вот этого... У него совсем нету главных выразительных качеств. У него совсем пропали глаза. Вот это вот чуть получше, в смысле графики, в смысле выполнения задания, но у него все примерно одинаково. То есть вот эта вот мельтешня графическая, она почти везде одинаковым слоем положена. Можно было выразить, допустим, активнее там, прищур глаз, а некоторые вещи пропустить. То есть замкнуть просто одним контуром кепку, голову, ухо и перевести какую-нибудь там сгорбленную спину одним росчерком. А тут, наоборот, сделать нос он прям выпуклый, складочки прям резкие. Вот, это совсем не сложилось по сравнению с этим. Не закрывайте ей рот ни в коем случае, иначе это будет, как будто ее распирает изнутри чем-то. Нехорошо получится. Да, да, получилось вполне. Вот мне очень нравится, когда рисунок не очень... технические совершения, но в нем есть вот эта вот характерность. Здесь несколько
мешает одинаковость глаз. То есть, mm-hmm. если бы один был сильнее перекрыт нос, он как бы задвинут за этот нос, mm-hmm. сейчас глаза одинаково обведены, и они выскочили оба на один уровень. Mm-hmm. Было бы гораздо эффектнее для передачи образа, если бы тот глаз был частично перекрыт носом. Mm-hmm. То есть, он как бы из-за дерева немножко смотрел, так из-за угла, из-за своего носа. Вот. Mm-hmm. И совсем не проработана тема кепки. То есть, она как бы есть, номенклатурно она заявлена, но поперечню как бы кепка одна штука, не нарисована. Вот. А с головой она никак не связана и никак не влияет на взгляд, никак не влияет на рельеф. Mm-hmm. То есть я, ну, если бы я не считал ее важной, я мог сказать, там, нарисовать с цветами мужика, там, с бутылкой, еще с чем. Кепка тут важна именно для образа, как дополнение этого вот его мерзопакостного такого состояния. Она могла быть сильно надвинута, он может смотреть из-под нее, она может сдвинуть на бок, она может быть какая-то кривая косая, потому что он там за собой не очень следит. Угу. Вот, масса вариантов. Да. Тут все нормально, она такая получилась немножечко мультяшная, как называется, союз мультфильмовская. Вот, но да, но задание абсолютно выполняется. Сначала она радостная была. А потом расстроилась. Но она же здесь не удивленная. Ну, я думала, она радостная, потому что. Она может быть удивлена. Может, она удивлена тем, что хомячок умер. Не обязательно, она должна быть радостной. Хомячка рисовала. Ну, что мешает, не знаю. Вот, сейчас здесь не выполнена задача про девочку. Это совершенно какая-то пожилая сейчас вот эта барышня с выбитыми зубами. Вот, то есть, ну. Если вы хотите изобразить выпадающие молочные зубы, то там они характерны чем? Отсутствующие, прежде всего, резцы. Да? Они выпадают первыми. Зубная фея. Характерна зубная фея. Да. И вы можете нарисовать просто ровный ряд зубов здесь и прерываться потом на эти штуки. Ну, то есть таким единым блоком. Сразу 6 лет, а не 8? Да. Да. 8 лет все-таки зубы, мне кажется, уже должны быть свои. Ну, во-первых, это взрослая барышня. Вот эта взрослая барышня. Когда у нас разговор идет о детях, это все-таки что-то с более крупными глазищами и с соотношением лба ко всему лицу более мощным. То есть лба получается много. Сейчас лоб получается совсем скошенный, очень много нижнего зуба. И получается, ну, скажем так, совершенно застоявшаяся особь. То есть нормального совершенно человеческого возраста. Сложно сказать, какого пока, но она уже сложилась. Вот, она сделала так, чтобы это был именно ребенок. То есть мало челюсти, много лба, много глаз, много щек. И нос обычно не удлиняется еще к этому времени, нос обычно еще короткий. И по удивлению запомните, то есть это не просто большие глаза широко раскрытые, это еще обычно и рот участвует, и щеки при этом начинают как-то взаимодействовать с ртом. О, ничего. Он весьма подозрительный, да, он хороший, он мне нравится. Тут очень вот эта часть классная. Можно было спокойно совершенно делать вот это все как-то туманнее, может гореть там один глазик. Вот, а вот эта часть вообще все делает. Очень прям такая стариковская, желчная, вот эти вот прекрасные совершенно складочки по губам, такие колючие, очень классно. Тут совсем нету, он опять же уставший. То есть почему тут очень у многих вместо прищура получился усталый взгляд. То есть он видно, что потрепанный жизнью, видно, что не молодой из-за этих складок, из-за неровности вот этой линии. Вот, ну, во-первых, направление взгляда никакое. Помните, он говорил вначале про ракурс, откуда он смотрит, откуда вы на него смотрите. Должно быть взаимодействие определенное, либо его взаимодействие с кем-то, на кого он направляет свою эту желчность и подозрительность, или он направляет ее на нас. Соответственно, он на нас смотрит. Соответственно, взгляд должен быть специфический, не просто глаза в глаза прямые, с широко открытыми глазами, как у девочки у этой, вот, а какой-то другой, чуть наискось, чуть-чуть с прищуром. Ну, просто представьте себе, как бы вы смотрели, будучи подозрительной и желчной. Немножечко она как кукольная получилась. Я совсем в ней не вижу удивления, потому что... Ну, почему купленные? Когда вы, знаете, такие куклы, которые закрывают и открывают глаза. Вот, когда он открывает глаза, у него никак не меняется лицо. И есть ощущение вставленности просто глаз в какое-то абстрактное лицо. Сейчас глаза широко открыты, при этом никак эти глаза не взаимодействуют ни с носом, ни с щеками, ни с бровями. Рот абсолютно тоже никакой. То есть, если человек удивился, открыл глаза, вряд ли он держит сжатым рот. Ну, я пытаюсь это сделать. Да? Просто стери, черти матери, нижнюю губу. И сделать там, ну, какую-то
эту дырку. Вот, а потом эту нижнюю губу чуть-чуть спустить, чтобы она хоть немножечко приоткрылась. Брови у юной совсем особо вряд ли могут быть такие кустистые. Брови они нарастают за жизнь, и поэтому у стариков они совсем такими нависающими ветками висят. Вот, у детей обычно, ну даже если волосы хорошие, все равно они не очень кустистые. Я бы сделал поскромнее. Это кукла, во-первых, это не живой человек. Во-вторых, она не удивлена категорически никак, она абсолютно нейтральна. То есть про ребенка здесь говорит только характерная форма платья, коротковатость конечностей, большая голова к маленькому телу, ну и бант, естественно. То есть тут разговор именно о... Ну, у нас же мастер-класс про мимику и голову, да, прежде всего. То есть если нужны какие-то еще части, ради бога, но прежде всего вот это. То есть никак не изменилось практически ничего нового, не принесено в лицо, чтобы оно стало, во-первых, юным, во-вторых, удивленным и там девочка, чтобы это еще было, да? То есть оно такое, ну, просто как схема лица. То есть глаза, нос, рот на месте, но они пока никакие. Во-первых, глаза должны быть, конечно же, больше к этой голове. Вот. Рот может быть чуть приоткрыт, а если рот приоткрывается, то есть какие-то сразу взаимодействия с щеками, складочки какие-то появляются интересные. Там хоть ямочки рисуйте, когда вот человек улыбается, и вот тут образуются складки. Там волосы, волосами можно было как-то поинтереснее продумать. Сейчас бант перекрывает просто пол черепа, а он же мог быть просто завершением. То есть одна форма у вас головы. Там у нее лежит там пробором какие-то волосы. Вот, а здесь сверху как бы вторая форма, повторяющая форму головы, но зеркально. То есть почти такая же по размеру. И тут уже вот эти огромные глазища, там вздернутый нос и открытая вот эта вот пасть. Да, ребенок, но не 6 лет, скорее такая юная Пеппи, длинный чулок в отрочестве. Глаза выпадают, то есть рот с подбородком нормально выглядит, нос ничего, а глаза слишком контрастно сделаны и совсем ничего не возникло около глаз. То есть если вот там чуть-чуть хотя бы придавить тоном и здесь сделать немножечко рельефа, вот тут, чтобы глаза закруглились, вот они туда вставятся немного. Вот, но неплохо совсем. Сегодня у тебя были лучшие задания выполнены, но это тоже неплохо совсем. Это суровая совсем барышня-то. Мальчик. Ну, мальчик не мальчик, сам в этом возрасте не всегда легко понять. Вот. А прежде всего не возникло ощущение, что это удивление у ребенка. То есть тут скорее какой-то скепсис присутствует. Вот тут скорее к старику мы обращаемся. То есть он такой подозрительный немного. Глаза должны быть более широко открыты. Скорее всего, возникнет складочка вот тут между глазом и щекой. Вот здесь вот возникает такая припухлость. Вот и рот открывается при удивлении, при искреннем удивлении. Да, не когда мы просто глазами показали что-то. Вот, а когда мы действительно переживаем это. А ребенок не может не искренне это показывать. Тут это есть, да. Вот ощущение удивления и ребенковости есть, но тут совсем мало черепа. Гораздо больше будет лба. Совсем спилили. Ну, кстати, здесь по пропорциям гораздо больше ребенок. Вот по соотношению вот эти вот. Тут мало подбородка, и в нижней части совсем прям детская получилась. Здесь вот все-таки это уже взрослая барышня. И мы закончили с этим заданием. Поехали. Первое, мы делали портрет знаковый. Я считаю, ну, на самом деле, работы все очень хорошие. Мне сегодня прям очень все нравится. Есть просто очень крутые вещи. Вот, мне очень лично понравились вот эта штука, вот эта штука, вот это, вот это, вот это, вот эти две. Вот, вот это очень хорошо. Поясню, почему. В аппликации очень важно выдержать, как называется, такой баланс между простотой и наполненностью. Вот тут баланс, вот тут,
где еще? Вот тут баланс не выдержан. То есть есть простота. То есть понятно, что это человек, понятно, что даже, возможно, это там барышня или молодой, или дядька, но нет какой-то завершенности. Завершенность обычно дает либо мелкий элемент, либо соотношение просто масс. Там, если даже два пятна, вот как, кстати, вот это тоже хорошая работа, тут просто соотношение масс рыжей и коричневой из-за шапки волос, вот они дают уже определенную законченность. Может быть, там можно было еще там два маленьких пятнышка глаза или там одно пятнышко там носа, вот, чтобы совсем закончить. Вот. А некоторые, ну, бросили аппликацию на этапе, когда она еще вот только-только началась. А есть еще момент, когда переделано, например, вот. Вот тут как бы много чего сказано, а степень похожести, степень портретности все равно не раскрыта. Очень нравятся вот эти аппликации. Вот, совершенно прекрасные. Очень нравится вот эта вещь и эта вот вещь. Здесь все-таки, ну, она интересная была по задумке, но очень много все-таки получилось изгибов. То есть можно было чуть проще отрешать. Вот такая вот вещь рядом с этой выглядит более завершенной, как ни странно. То есть она сделана одним пятном, но в ней есть там 2-3 разреза, которые говорят о самых важных в главе местах, и они дают и ракурс, и похожесть, и все остальное. Здесь перебор некоторые есть. Так. Эти простоватые, то есть тут, ну, просто такой, ну, набор элементов. То есть это довольно мило, но тут не совсем про человека. И очень нравится вот это. Прям совсем нравится. Далее. У нас был старик. Про старика могу сказать, что люди, которые рисуют технически лучше, сегодня проявили себя в этом задании хуже. То есть рисунки менее совершенные по технике часто получаются более важными и с попадением в образ. Например, мне нравится вот эта штука очень. Мне совершенно невероятно нравится вот этот рисунок. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Ну и очень хорошая серия стариков, вот это я просто прям рекомендую отдельно изучить, это ваше, да? Совершенно прекрасно, тут просто вот. И очень здорово, что они разные, то есть мне в них очень нравится, что это все разные люди. Не один и тот же с разных ракурсов, а разные детки. Очень хорошо. По той стеночке. Там есть, например, вот я покажу несколько работ, которые чисто по технической стороне как бы довольно правильные, например, вот этот, или вот этот, или вот этот. Но в них меньше, то есть как рисунок это хорошо, как выражение той эмоции, тех особенностей, тех характеристик, которые я просил, оно слабее. И это, по-моему, довольно интересный сегодня аспект. Далее, у нас была девочка. С девочкой вообще очень мало кто справился, это действительно трудно, ну, с дяденькой как-то попроще, он весь морщинистый. А девочку надо было одновременно и не состарить, и не сделать ее куклой. Вот, девочка мне, ну, она, на мой взгляд, чересчур мультяшная, но мне она все равно нравится, вот эта барышня. Потом, мне вполне симпатичны вот такие подходы, то есть они как бы простые очень по графики по исполнению, но в них есть тот минимум, который я просил. То есть тут надо еще понять, что я не прошу от вас академической работы законченного рисунка. То есть надо понять задачу как задачу, вот, в чистом виде, как просто вот набор слов, которым надо соответствовать. Далеко не всегда ваше правильное рисование с анатомией, правильное рисование там шариков глаз вам будет помогать. Скорее всего, в этом задании оно вам будет мешать. Так, еще девочки хорошие. Хорошие девочки. Вот это мне нравится. Ну, в какой-то степени вот это. Ну, тут, ну, есть вещи, которые мне не нравятся, но она попадает в задание хорошо. Вот это мне нравится. То есть она совершенно диспропорциональная. Она такая здоровая тетка. То есть она скорее, знаете, такая образцовая продавщица из советского продуктового магазина, но в молодости. То есть у нее прям вот прям наколка сюда просит кружевная. То есть у нее костюм. Да, именно так. А,
Вот, некоторые делали, вот там, где не попадание в девочек, это совершенно точно на невыдержанной пропорции. То есть это, например, вот эти вот вещи. Где-то еще видел прям такую девочку взрослую. Вот это. Пожалуй, самые явные. Когда вы берете пропорции взрослого лица, и тогда у вас точно ничего не получается. То есть вы сразу губите все. Потом уже все эти огромные глаза, банты, они просто как антураж совершенно инородный получается. Вот, ну, вполне как рисование просто детской головы. Вот это неплохо. Ну, кстати, старик здесь тоже хороший. Я вот не отметил, простите. Вот, но здесь возраст немножко не учтен. То есть это чуть более взрослый человек вот на этом рисунке. Но он хороший. Тут вот, ну, мне симпатичен подход, то есть то, что здесь не рисуется прям голова, как вот, допустим, вот тут, просто обоится голова, и в нее уже вставляются какие-то глаза. Здесь взят за основу просто белизна лица и яркие, как обычно у детей, яркие части губы и глаза, ну и там волосы. Вот здесь тема правильная, это тоже ваша, да? Вот тема очень правильная, но исполнение не очень хорошее. То есть сама форма этих пятен должна была быть прям вот, ну, идеальная. Вот тогда будет эта белизна заработала. Вот, а так вот в этой картине, которую я считаю лучшей из них, немножечко пропала вот эта тонкость, которая есть вот, например, в дядьках. Так, и про автопортрет, да, у нас последняя была тема. Автопортреты мне, сейчас скажу, какие нравятся. Мне симпатичен вот этот автопортрет, он хороший как рисунок и как портрет. Потом, мне очень нравится вот этот автопортрет. Без шуток, правда, очень нравится. Я сейчас покажу сначала те, которые нравятся больше всего, потом пройдусь по плохим. Ну, или по не очень хорошим. Мне нравится вот этот, Танин автопортрет в этой, в треуголке. Есть хорошие черты вот тут, вот в этом. Очень нравится вот этот. Совершенно прекрасно. Я думаю, вы можете сейчас найти среди себя автора, если постараетесь. Очень нравится вот эта вещь. Совершенно замечательная. Вот этот вот рисунок очень хороший. Поэтому, ну, тут еще я предлагаю обратить внимание на то, что есть два варианта. Один из них очень хорош, а другой получился при тех же практически средствах и некоторых даже повторах в чисто фактическом рисовании. Один получился просто плохой, а другой просто очень хороший. При абсолютном, как бы, совпадении. Вот этот плохой, вот этот хороший. Так, далее. Ну, вот тут я уже говорил автору по ходу работы. Этот при всем при том, что как рисунок, как начало рисунка, это может быть очень что-то неплохое, интересное, как абстрактная композиция. Но так как требовалось именно какое-то самопогружение и отдавание себе отчета в том, что в себе является важным в своей голове, в своем портрете, в своем образе, то, что, допустим, есть здесь, при очень простом рисовании оно получилось, то пропадая здесь просто из-за того, что подход слишком формальный, ну, слишком уж чистая получается графика сама по себе. Вот, очень, по-моему, неплохой получился вот этот автопортрет, тоже можете, я думаю, поискать автора. Так, теперь по... Заозирались, да? Теперь по непопаданиям совсем. Какой-то у меня был... А, вот, вот такие вот вещи. Раз, два, три... 4, 4, допустим. Что в них не так? Там бросается автор сразу, или авторы, рисовать какие-то
конкретности. То есть не портрет, не автопортрет, а набор просто вот носов, глаз, подбородков. Смотрите, так, у меня нос вот такой, а рот у меня вот такой. Это полный провал сразу. То есть я давал вам очередное задание именно такую, какую я давал, потому что вы в конце должны были прийти к автопортрету как к самому сложному заданию, самому глубокому. И вы должны были использовать задание те навыки, которые уже получили за два предыдущих задания. Первое было больше про знак, про похожесть знака без рисования деталей. Второе больше про деталь, то есть попадание в образ деталью. В старике это морщины, это взгляд, это прищур, это кепка. В девочке это, наоборот, отсутствие деталей и вот акцент на глаза. Вот. А в некоторых работах в конце есть такое ощущение, как будто предыдущих не было. То есть даже когда первая работа получается неплохо, к автопортрету почему-то то ли устаете, то ли как-то не задумываетесь использовать. Но некоторые портреты получились слабее, чем все остальные работы. Вот тут такой момент. И, кстати, в предыдущем мастер-классе тоже такое было. Вот, видимо, это самая сложная тема. И сложная, видимо, не только потому, что вы не видите материал для изготовления портрета, но еще и просто то ли не хотите, то ли не умеете чуть-чуть поглубже в себя заглянуть, что у меня там такого действительно характерного, важного. Или, может быть, вы не очень смотрите. Вот. А вообще мне очень-очень сегодня с вами понравилось, было очень здорово, и очень много хороших попаданий именно в задание. То есть это редко бывает. То есть часто бывает, что провел какое-то мероприятие, получилось много хороших листов, но они хорошая абстрактно, то есть просто как графика. Вот, а здесь получились некоторые работы, прям вот идеально попадающие в задание. Это мне очень ценно. Спасибо вам большое. Спасибо.